Всем привет! Мини-обзор на крученную рафию. Данную пряжу я купила в магазине Дом пряжи РФ в Санкт-Петербурге, но их магазин есть и в Москве. В состав данной рафии входит 100% волокно пальмы. Вес мотка примерно 250 грамм, а его длина 250-270 метров. Для чего же предназначена данная рафия? Для вязания шляп, сумок, обуви и так далее. В принципе, ваша фантазия не ограничивается. Скажу сразу, взяв этот моток в руки, я почувствовала очень сильный запах химии. На ощупь, как бумага, и, кстати, рвется достаточно легко и просто. Возможно, это при вязании будет неудобно. Производитель нам рекомендует крючок номер 3, либо 3,5. Я попробовала и тем, и другим, и даже номер 4. Больше всего подходит крючок номер 3,5. С крючком 3,5 вязка более плотная и аккуратная. А если взять крючок номер 4, то получается вот так. Сеточка какая-то, дырочки. В общем, не очень красиво. В следующих видео я покажу, что я связала из этой крученной рафии.